Радио 54. Я была на сафари, я видела большую пятерку. Знаете, что такое большая пятерка? Смотрите, большая пятерка — это, по-моему, в 19 или 18 веке вот эти вот английские охотники. Не уверена, что английские, в общем, охотники, которые охотились в Африке на крупных животных, они выбрали 5 самых опасных животных. Ну, что это как бы, если ты их застрелил, там, как-то похотился на них, трофейно, это считается очень круто. Сейчас это для туристов очень круто их вообще увидеть. Вот их 5. Это слон, носорог, буйвол, лев и леопард. Вот если ты увидел эти 5 животных в Африке, то ты крут, как бы. Вот. А там фотографировать-то можно было? У вас есть доказательства, что вы их видели? У меня есть доказательства, да. Ну, как бы, как сказать, у меня нет меня на фоне льва, потому что это как бы... Ну, как бы опасненько немножко. Ну, да, есть. Ну, есть там видео, там все, доказательства есть. Знаете, меня что поразило? Там есть ферма по выращиванию страусов. Вот, там проводят экскурсии, можно покормить этих страусов, можно там посмотреть маленьких страусят, там же можно и попробовать яйца от этих страусов, и можно покататься на страусе. Вы катались? Я каталась на страусе. Мне кажется, сложно удержаться на нем, нет? Да, да, сложно. Вы знаете, там такая техника, причем ты его как-то там обхватываешь ногами, а у меня рост не сильно большой, поэтому я все время соскальзывала. Там при этом тебя сзади поддерживает работник фермы, чтобы они быстро так бегают, слушайте. Ну, страусы, у них как бы, вот для Гринписа, да, у них мозг, насколько я знаю, меньше, чем их глаз. Поэтому они, в принципе, не особо соображают, что ты там на них катаешься и так далее. Но еще агрессивные они говорят. Да нет, они как-то, в принципе, я бы не сказала, они довольно нормально реагируют. Вы в тот момент поняли, как бабы-яга себя чувствуют в избушке на курьих ножках? Ой, слушайте. У меня такая ассоциация. Это прям, ну, на самом деле, это опыт такой. Рекомендуйте. Мне понравилось, но не всем это доступно, если ты там больше то ли 70, то ли 80 килограмм не разрешат. Но это Африка. И там они слоны. Не-не-не. Договориться. Можно договориться. Вот, да, можно договориться. Это причем во всем работает. Твоя область. Новосибирск. 106.2 FM.